Так, друзья, мы в станице Голубицкой. Голубицкая, по-моему, если правильно. Ну, Юрий Николаевич сейчас я что-то переврал, поправите потом. Такие здесь протоки, не знаю, ерики, как они называются. Сейчас вам покажу. Вот здесь вот у нас охлаждаются горбузы и дыни. Вот здесь вода 4 градуса из колодца. Вот такая, такой затончик. С одной стороны, говорят, здесь много щуки, много рыбы. Говорят, сом даже здесь был. Не знаю, Юрий Николаевич сказал размером с меня. Вот сейчас из домика мы вышли. А я тут провожу экскурсию. Отлично. Перед отходом напомните одно слово. Вода, Юрий Николаевич. Вода. Да. Я понял, потому что у нас горбузы там охлаждаются. Закрыть. Вот. И у нас лодка, на которой мы сегодня пойдем, это шикарный Босфор 580-й. Называется Аврора. Сходим со скопелей. 100% будет вопрос, как сделано, показываю. То есть лебедка, там крюк идет. И здесь стационарные стоят стойки, на которых ролики, и по ним вот лодка спокойно сходит. Пойду я. Что-то надо помочь, Юрий Николаевич? Ага. Даже на кнопку не дали нажать. Вот. Бегу вам показать, как выглядит здесь. Вот такой здесь как раз такая протока. Вот выходит Босфор потихонечку. Его здесь надо принять как-то? Нет, под натягом будет стоять нормально. А мы канал не перегородим? Ну вот так. Ну, короче, как-то так. А я прям кайфую, понимаю, что по этим таким каналам мы пойдем сейчас. Чем-то напоминает, Валерка, будешь смотреть твой Шанхай «Рассвет». Ну, примерно такие же заходы, вот только здесь лиманы впереди. Сейчас я пройду в жилое помещение, вас прогуляю. Там Муз Михайловна готовит еду. Вот они тут. Раз. Вот они. Зря вы, женщина, так зря уходите отсюда. Я говорю, я не посмею. Подходит моя. Пока мы лодку туда сбрасываем, они пьянствуют. Вот, видали? Ребят, тут представляете, такой прекрасный гараж, такой замечательный холодильник. И сейчас Юрий Николаевич говорит, иди, покажу тебе, что надо с тобой нам будет сделать. Вот так вот открывает дверь. Смотрите, так. Бубумс, бумс, бумс. Вот это все вот вино. Так что, если я фильм не досниму, узнаете по какой причине. Было некогда. Да, туда.
поднял, опустил. Да, 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 да. Проблем. Вообще. А, колонку много не поднимешь, там кардан. На 0,4 можно даже. Все. Никогда, ни на чем. Ребята, лотосовые поля, смотрите. Лево, право, лотосы. Да не на меня смотрите, на лотосы. Значит, смотрите, вот этот цветок слева по борту, она берет, нюхает, а вы ее снимаете, Сергей, назад. Вот так, да. Ульян, погодь. Пока будут фотографировать, я сейчас. Ой, опять провалился. Маленький. Ничего, так, не-не-не, главное там это ничего есть. Еще, а отошла ты? Ну ладно, нормально. Так, сейчас я загоню туда, где махаркуля побежал. Ну смотри какой. О, давай. Сделай вот фотка. Не достает, вперед, проблема. Стой, Ульян, только не толкни меня, а то у меня телефон упадет. Супер. Только от них, как, они в этих каких-то вот букашечках. Да, 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 есть такое дело. Можно на нас уйти? Их любят не только люди. Вау. Какая красота, невероятная. Я со всех сторон там пробую. Прям невероятный запах. Нет.
Мы еще раз его пройдем. Потому что, ты знаешь, мне такое ощущение, что я мамочке говорю, вот этот край, так вот, цветок Будды. Да, да, это... Вот, прям все, чистота, недозрелая. Ой-ой-ой, Ульяна, красавица, умница. Да, скажите ему это куда? Тимофей, мы очень-очень хотели бы видеть тебя в следующий раз, на следующий год. Приезжай. Смотри, я надеюсь, тебе очень хорошо. Выше головы.
поплыви чуть-чуть. Догоняй, чё. Встретимся дома. Ну как? Класс вообще. Класс. Очень теплая. Здравствуйте. Блин, Сереж. Можно я тоже голову водим? Берем? Да. Угу. А почему надо это? По 100. Вот так вот. Я снимаю, кстати. 100 рублей килограмм винограда мы сейчас купили. А вам слабо? А куда мы едем? Мы вообще едем в поселок Сенной. И там мы будем... Это там, где построено... Владимир Владимирович доставал кувшины из моря. Исторический музей. Вот, исторический музей сделал здесь. Для археологов. Для археологов больше туда население практически не пускают. Они там собирают, в принципе, производственные помещения. Но мы едем на... В залив Черного моря, да, мы будем? Да, в залив Черного моря, там сейчас мы будем ловить мидии. А после? А потом поедем в Тамань. А после будем мы готовить супчик. Нет, супчик мы сначала в Тамань же запивать его красным вином. Ага. Вместе с шашлычком. Супчик мы запьем, ребята, белым вином, потому что это море, к морепродуктам белое. А мясо заедим красным вином. Это мы тогда вообще получим завтра. Ой. Да. Красота. Просто какой-то... Но вино будет наливаться откуда? С 5-литровых баллонов. Класс. Потрясающее вино, конечно, мне прям очень понравилось. А вот в такие контейнеры загружают виноград.
Ты видел? Видел, во-во. Ты видел? Ага, отсюда. А я видел, вот они отсюда прям стартуют. Ага. Ладошки погладить. Не надо. Нам не надо ее гладить. Ну, вот большая это, медуза. Окантовочка такая, да. Вот смотрите, на фоне моей маски, ну больше маски, раза в полтора. Ну да. Так. А больно жарится? Ты попробуй и расскажешь. О. Ребят, о. Смотрите, на каком расстоянии от берега мы. Вон где. Танец с мужем Михайловной. Юрий Николаевич. Поймали? Ногами щупай землю, нам надо. Папа, ё-моё! Кого-то съели. Зачем пирата съели кука? Да что ты за кошки? А находки надо внимательно осматривать. Что? Находки надо внимательно осматривать. Это могут быть драгоценные такие артефакты, за которые можно получить маленькую сумму денег. На ляне. О! Ой-ой-ой! Отходи. Кот, она меня ужалила. Да? Да. Ничего страшного. Больно? Больно? Ну как крапиву жалит. Вот это подай. А, открытая. Чуть-чуть мы застряли, чуть-чуть мы загнали. Покупались. Чуть-чуть мы купались. Прикольный. Сереж, водичкой надо. Это Танюш, полей пресной водой, где щипят. А, они боком бегают, да. А нам сейчас полбанки. Ну, там у меня и здесь, и вот здесь вот щипят. Поэтому ничего не надо. Все пройдет. Ой, вот на меня тратить. Вот это вот мы сегодня... Поймали сами. И сегодня сами поймали, сами съедим. Сергей
5 штук, я 2. 3. А, я одна с крабом. Обалдеть вообще. Я другого налью.